За какими сокровищами охотишься? А, друзья мои, всем привет. Я проверил, записывает или нет, просто у меня бандикам очень дико глючит. И я могу просто-напросто не записывать видео, а болтать сам с собой. Это очень-очень-очень неприкольно. Итак, я в Хардстоуне. Для зрителей моего канала, для тех, кто только смотрит впервые вообще это видео, я скажу... Для тех, кто впервые смотрит видео, я жуткий нуб, и поэтому не обращайте на это внимания. Если вы хотите увидеть какую-то профессиональную игру... то вы ее здесь не увидите, можете сразу закрывать видео. А для тех, кто следит за моим каналом и для моих подписчиков, я хочу сказать то, что я сейчас немножко решил взять перерывчик с World of Warcraft. Это буквально 2 недели, и для тех, кто не каждый день не смотрит мои видео, или хотя бы там 3-4 раза в неделю, они ничего не заметят. Ну а для тех, кто каждый день здесь смотрел, да, то есть, ну, следил, по крайней мере, за цепочкой прохождения, я взял паузу не потому, что... У меня нет времени. У меня есть время, но я решил такими заняться раздумиями. Так, ну давайте пока я здесь чуть-чуть получу что-нибудь и расскажу. Так, что я получил? Ну давайте. Такое себе. Могло бы быть круче. Но это стандартно, дефолтная. Рубашка карт новенькая, кстати, она прикольная. Надо сразу выставить. Хотя, сейчас все с этими рубашками, поэтому поставим какую-нибудь другую, тоже прикольную. 15 пыли. Ох, супер. Да, 18 ранга достиг. Вообще, как за 20 дали. Ну, в принципе, правильно. Чё? Так, дополнительных звезд. С каким мы сейчас гномкой будем, да? Мурлок. Фу. Мурлок. Задание. Паладин мулимоином, охотник мулимоином. Короче, ничего не стакается, понятно все. Потасовка есть. Есть, сейчас в потасовку зайдем. А, итак, для зрителей моего канала я взял перерыв с WoW, потому что у меня сейчас реально в мыслях, не знаю, хочется перейти на X5, поскольку мне уже очень много подписчиков, тех, кто смотрит меня постоянно, и в личку писали, у человек 10. Почему я играю на X1, ведь там вообще народу нету практически, как. А на X5 вообще дофига народу, и мы все с X5, кто тебя смотрит, почему ты на X1 играешь? Я не знаю, мне сейчас просто нужно будет сильно все это переосмыслить, может быть, я зря начал на X1, пока не поздно, пока я там вообще особо ничего не достиг, перейти на X5, да, мне сказали то, что контент ты никакой не потеряешь, все рейдовые боссы, которые будут в тот же Лич Кинг, вроде Элидан, ты можешь сам все это сделать. Все люди ходят на это, там все это выполняется. А тут ты будешь очень долго этого достигать. Видите, я где-то полгода уже играю, и я достиг только 16 уровня. Ну, у меня там были свои заморочки, я по месяцу не играл, но все-таки, грубо говоря, если округлить, я около 2 месяцев играю, и всего лишь 16 уровень. Лол, несерьезно. Так, подождите. Вот, поэтому, скорее всего, я перейду на X5, и ничего мы не потеряем, просто... Придется заново серии обновить и так как-нибудь что-нибудь пометочку сделать. Ладно, не буду трепаться. Будем играть. Все, мне кажется, я объяснил, почему я перерыв с WoW сделаю на 2 недели. Но эти 2 недели я, скорее всего, я решение приму очень быстро. И поэтому надо будет сразу принять, чтобы не терять время и пойти на X5 играть. Скорее всего, так и будет. Я пойду на X5. Ладно, давайте, что у нас за потасовка? Потасовка в таверне. Карта судьбы. Хозяин таверны затеял судьбоносную потасовку каждого из игроков, получая случайную судьбу для себя и своего противника. Не понял, в чем заключается суть случайной судьбы. Можно выиграть комплект, да. Я так и не понял. Я не знаю, они повторяются потасовки или иногда новые создаются. Лично я эту не видел, хотя я уже давненько играю. Так, секунду, я, может быть, звук слишком громко. Реально громковато. Да, будет нормально. Окей, создадим кого-нибудь. Кого же мы создадим-то? Какого прикольные существа будут? А, вот как, тут нельзя... Нельзя, значит, карты свои выбирать, значит, нам какие-то будут общие карты кидаться. Не то, что общие, которые для всех доступны, а вообще, скорее всего, все карты с Хардстоуна, какие там эпические бы крутые попадаться. Ну, тех, которых у нас нету. Поэтому я такие потасовки очень даже и люблю. Вот. Шаман, гений, сламы.
Не, он не слабый, но, не знаю, я не очень любитель шаманом. За мага? Маги тащат. Давай за мага. А, нет, будем свою создавать. Ну, блин, нет, тогда я не буду за мага. Тогда я не буду за мага, если свою будем создавать. Тогда я буду за лока. За лока сейчас что-нибудь крутое создадим. Так. Так вот. Вот эта карта меня частенько спасала прямо из таких нелепых ситуаций, что просто... Так, это, вот это обязательно возьму. Вот это нормальная вещь. Это тоже хорошая вещь. Прикольная карта. Обязательно Малганис эту. Это тоже обязательно. Ладно, гоу. Я думаю, достаточно будет расовых карточек всяких. Так. Тут прикольно вот это будет. Сквайр. Сквайр, сквайр. Не, я думаю... Сразу на двоечки перейдем. С двоечки я хочу взять себе что-нибудь. Это меня не раз спасало порой. Это обязательно берем. Дефолтные двоечки. Берем такую. Я нуб. Я просто беру на... Что мне больше нравится. Все вообще. Я как-то страту заранее не подготавливаю. Интересную имбовую страту. У меня вообще ничего в голове нет. Я тупой, как пень в Хардстоуне. Просто тупой. Я полную чушь набираю. Ну, хотя бы. Еще одна карта. Давайте еще что-нибудь возьмем. Эсцилятор, думаешь, Михаил? Давай, эсцилятор. Фигни понабрал, ладно. Может повезет. Случайная судьба. Я не знаю, что это. И, скорее всего, просто сила героя будет у нас случайная. Допустим, мне сейчас маговская сила героя попадется, да? Или... Стоп. Или... Не знаю, кого-нибудь. Я отвлекся. Водички хлебнуть. Купил, кстати, минералку. Называется, знаете как? Сосиете минералы. Минеральная питьевая лечебно-столовая вода. Sparkling Natural Mineral Water. Сосите минералем. Ну вот это вообще меня прикалывает. Ладно. Я должен защитить пососем. Природу. Твоя душа будет моей. Классная, реально. Боржоми. Серьезно. А стоит 20 рублей. По вкусу тоже боржоми. Я вот за 120 недавно покупал боржоми. Бутылку себе маленькую. А это 20 рублей стоит. То есть, да, по вкусу одно и то же, но по факту цена другая. Ну все, я буду эту хрень покупать, сосать ее. Надеюсь, она не какая-нибудь там. Опа, вот оно что. А, все, я знаю такое. Такая у меня была, но она как-то, кстати, переработанная, мне кажется. Ваше заклинание стоит на одну ману меньше в конце каждого хода. Атака и здоровье всех существ меняются. В начале вашего хода оба героя получат плюс в гоне. Каждый раз, когда умирает существо, его владелец получает карту монетка. Фак, я даже не знаю. Все заклинания. Так, у Фуриона заклинания дофига, это я знаю. И здоровье там у него. Здравствуй. Броня, у него тоже на броню дефолт. Давайте монетку. Я не знаю, я нубас. Зачем меня убивали? Монетка. Владелец получает карту. Ну, сейчас тоже мне какую-нибудь фигню даст. Заклинание, скорее всего. Мне кажется, заклинание. Потому что, ну, блин, Фурион. Или к броне. Ну, броня, заклинание. Другого, мне кажется, не дано. Это с ХП мутить, это тупо. Ну, что вот тот же долгонок, да, 5-4. Ну, что изменится особо по факту? Ничего не изменится. 5-4 станет, 5 ХП на 4 урона. Ну, что? Тут тоже ничего особо интересного не поменяется. Я сказал заклинание, да? Так и будет заклинание. Так оно есть. Так. Эту провокацию дает, ну, пофигу. Как прикажешь. Блин, я настройки на среднее выкрутил. Сейчас не буду перекручивать, потому что я знаю то, что все, вся запись кокнется одним
А, нет, я на максимально стою. Фу, лол. Я думаю, а что тогда графон такой, блин, доисторический? Стоп, доисторический. Ну, не такой доисторический, но он что-то квадратиками здесь. Так это все нормально, а вот грифон квадратиками. Ну, это... Опа, С. Ага. А чем мы его убить можем? Ничем. Можем в защиту пойти. Так много возможностей. Много-то их много, но... Понимаешь... Убиваться мы об него не будем, пускай сам убивается об нас. Он думает, что он у нас хитрее. Кстати, это дефолтный этот друид. Они всегда первым эту хрень выкидывают. Потом эту хрень выкидывают, потом ее какой-то хренью бафуют. Ясно. А сову кидает. А, да-да-да, он сейчас, смотрите, он сейчас все это дело забафает на хп. А, нет, я лоханулся. Значит, он сову кидать должен на него. Он эту хрень убирает и бафает эту шляпу. Который 2 единицы стоит. Блин. Тупо получается. А как мы его убивать-то вообще будем? Тьфу ты, ёкарный баба. Тьфу ты, он схитрил. Ладно, я Нубас. Одной хитольки не хватает добить его. Одной хипюшечки. Так много возможностей. Хипюшечки. Хитрушечки не хватает, ребят. Мне кажется, нам по лицу все равно полетит. Полетит очень больно. Мы сейчас все равно заюзаем эту херню. Но... Мы просрем. На это не на двух этих двух потратить. Ладно. Ясно, ясно. Я глупое создание. Сделал глупую вещь. Глупый поступок, ну пофигу. Экзодаровские у меня эти. Обложка. Карта. Должен защитить эту землю. Все ясно. Очень нам повезло, кстати, господа. Сейчас он нам все в лицо будет давать. Ну, мне кажется. Хотя я бы на его месте Мишку убил бы об эту хрень. Он думает, что я сам убьюсь об эту хрень. Может быть, он ошибается. Блин, сейчас бы какого-нибудь не жечь свечу, вот эту шляпу за 2 маны. И чтоб потом эту дать. Но... Мы нубы. Хотя можно дать ему существ всяких напризывать. Потом. Возможностей. За 7 маны, между прочим. За 7. Это. Можно его развести. Карты тратить. Ладно, пофигу, стоим. Мы еще не умираем, как бы. А он подумает то, что мы хитрим, и не станет нам в лицо бить, а станет убивать. Нашего питомца, но не тут-то было. У нас есть круговорот пустоты. Он бьет лицо. Окей. Ну у него сейчас монеток будет дохера. А, не, или не должно быть. Вроде когда круговорот круговерть пустоты юзается. Присмертный хрип не срабатывает. Тут скорая, что ли, едет? Погода ужасная. Льет дождь, все серо, все тает. Короче, ну полный отстой. Ой, наконец нам что-то интересное. Кладет 3 карты на нестабильный портал в каждую руку. Все существа получают способность провокации и рыбалок. Это когда это они у меня получают? Каждый раз, когда умирает существо, его владеет. Так много возможностей. Хреновая вещь. Можно занестабилить все это дело. Может быть сейчас. Что я не знаю. Можно круговерть глубануть. Круговерть. Пустоты по нему.
но он себе возьмет рывок и просто мне в лицо напихает. Интересно. Со всей дури. Да. А можно взять какую-нибудь хрень, поставить на... Хрен с ним. Пошел в баню. Но он все равно меня вот этими сейчас убьет. Мне капец, ребят. Мне капец. Лучше бы что-нибудь интересное сожгло. Такой мусор просто сожгло. Щитоносец. 30 хп. У меня 18. Ну все, я сказал, он сейчас нестабильный портал. Но благо у него не так много маны. Хотя они дешевые выкидывают. Да. И 3 маны у него. Ну, допустим, у тебя 3 существа сейчас какие-нибудь будут. С рывками. Или что он выбрал? Я не знаю, что он выбрал. Или заклинания какие-нибудь. Фиг его знает. Может, прибережет для последка. Что нам сейчас нужно? Нужно отхилиться? Нет, он хитрый жук. Сейчас он нам по лицу уже даст. Фатальный урон нанесет. Время никого не ждет. Все 6 хп. 6 маны, 6 маны. Он даже не узнает, что убил. 3 единицы, да? Что-то не крутые ему карты выпали. Ну, нормальные, но не крутые. Я не успею. А, что за фигня? Когда вот я начинаю бить, почему-то я не успеваю, а враги всегда успевают. Такой хмыр, хмыр. Ну что, попытаемся что-нибудь придумать. 2 единицы. Парню конец. Окей, давайте еще нестабильный портал. Есть в конце хода. Да что за фигня, мусор. У меня нет секретов. Ну, можно ее просто выкинуть, эту фигню. Мусор. Ладно. Иди к свету. Окей. Окей. Время почти истекло. Попробуем выжить с 11 хп. Это смешно, ребят. Смешно. 12 часов, блин. Мне в час уходить, к сожалению, ребят. Ну, пофигу, поиграем еще чуть-чуть. Вступление в орги. Кстати, воргины как-то здесь не то, что они круто, они не похожи особо-то на тех варкрафтовских воргинов. Ну, скорее, каких-то этих оборотней похож. Ну, не воркин. Воркин так-то это оборотень, но все-таки. Они немного отличались. А это чисто оборотень какой-то. Не знаю. Не сильно он похож. Ладно, что я прицепился от того, что проигрывал. Итак, что он будет делать? Я понял, не ждет. Кстати, это я фигню с маной придумал. Да, это же я придумал с вами фигню. Что делать? Блин, я туплю жестко, ребят, что-то. Потому что это не то. Малганис. Ну чё, Малганиса? Можно Малганиса? А можно... 5 маны стоит, сволочь. 5 маны. Так, 5, 4 остается. Можно это положить и эту. Или вот эту. И еще отдефаться какое-то время. А потом Малганиса дать. Интересно. Вы думаете? Да он же меня убьет потом. Да он мне пробьет лицо. Но он и Малганиса убьет. С этим, всеми этими картами. Потом мне в лицо надает. Поэтому я думаю...
Думаю, так. Зачем меня призвали? Я облегчу. Две. Мне кажется, он будет просто идти в лицо. Если будет идти в лицо, вот эту оставит карту. Малганис отдадим, мы, может быть, отыграемся. Может быть, опять же таки. Ну, мне кажется, это все, это капец, это ГГ. Это ГГ. Все, 8 урона в лицо. 8 в лицо. Это мне он будет банить, да? Ой, красава, красава. 10 хп останется после его прокастика. 9. Нет, 10. Я знал, что он не пойдет в лицо, поэтому... Поэтому так вот, да? Все, он нам не оставляет шансов просто. Я задолбал уже ныть, но это так. Ну, всякое бывает в Харстоне. Может быть, и мы затащим, да? Почему бы и нет? Если Малганиса дать... Малганис... У нас сколько монеток? 5 монет будет, если мы Малганиса дадим. И потом еще что-то... А, нет. 4 Малганиса и... Провокация на Малганиса. А что еще? Или на хипе их развести. 10 ударов. Хм. Давайте комбу попробуем замутить. Такую вот комбу. Была не была, да, ребят? А что нам терять? Херня! Херня. Мое время почти истекло. Че делаем, да? Ну че я хотел, наверное. А, это на один ход, да? Да. Ой, алло. Ой, алло. Блин, бутылка, не шуми. Буткнуло, да? Оруженосец! Я со мной! Я готов, сэр! Да оруженосец! Ну это еще не сильно опасно. Это вообще безопасная херня. А вот сейчас что он нам кастанет, тут это непонятно. Он не хочет убиваться об этого. Видно, что не хочет своего набафанного типа терять. Я все понимаю, конечно, но. Хотеть это одно, а иметь возможность не сделать это другое, да? Как бы вот, все. Момент истины. Момент истины пошел, пацаны. Сейчас мы сделаем комбинейшн. Комбинейшн my profession. Так. Можно сделать следующее. Этим убить этого. Фу, а у него тупо провокация же, да? А я думал, это геройский. Этого так. А этого так. Ну, нормально. Я думаю, нормально будет. Нет, это нам не надо. Так. Интересно сейчас происходит, интересно. Что сейчас будет у него? Если у него нюки есть. Что мне делать? Я понял. Нет у него нюков. Скорее всего. Я орудие богини. Два хп всем снести. А, я понял. Он хочет, чтобы у нас этого не стало. Но он дохера хочет, мне кажется. Ну, в принципе, он этого добился. Ай, ну это ж не Малганис все-таки. Никак. Чем мы боимся-то? Да? Да? Чем мы боимся-то? Интересно. Интересно? Не то слово. Да, не то слово, как интересно.
Так. Вот сейчас неплохо все идет. Сейчас все неплохо. Может быть, выиграем даже. Может быть. Maybe, maybe. Сложная катка, сложная. Ему тяжело, мне не тяжело. Мне тяжело. Я понял, что он хочет сделать, да? Понял. Ну а дальше-то что? И все? Seriously? А, нет, ну конечно же не все. У него там еще вот этого дерьма навалом. Яростная макака. Пожалуйста, пожалуйста. Дайте нам ход. Мы его задоджим. Размажем по стенке. Да, и время, кстати, никого не ждет. Да-да-да-да, чувак. Блин, он сейчас какую-нибудь фигню призовет. Какой-нибудь мусор. Или Дан. Или Дашечка. И пламя Зенота. Догонку. Так, ясно. Что нам делать? Убивать макаку. Макака что делает? Просто провокация, ясно. Убивать макаку. Это классический вариант. Классический вариант убить мартышку. А, бафнуть... насколько мы... Да я понял. Пофигу, делаем грязь. 11. Ясно. 10. Чё? Фигня. Нифига себе, я ему ещё заклинание по одной ману дам. Сейчас прям. Ясно, далее, но всё равно в двойном объеме. Слушайте. Сил героя. Нет, ничего с интересного нет, мы же тупо. Тупо лол. Yes, всё. Убиваем. Вождя. Ой, или я не так сделал. А если бы сразу жонглёра? Ну, походу тут ГГ, ВП, изи. Меня снесли. Сейчас он бьет по провокации любой картой. Он бьет по Малганису или Данам. Ага, и 6 единиц урона мне в лицо может дать. Плюс его... У него 2 хп, кстати. Плюс его эта херня... Ага, я понял. Так, да. Или Данам бьет Малганиса. Все, да, правильно. Потом 6 хп мне в лицо дает. У меня остается 5 хп, потом он юзает свою вету. Еще мне дает, у меня 4 хп остается. Если у меня есть заклинание или рывок какой-нибудь или что-нибудь в этом духе на 4 хп, мы в ауте. Значит, мы в ауте, если он бьет в лицо. Скорее всего, так оно и есть. Ну да. Повезло. Победа за тобой. Мы сдались вовремя. Было сложно. Все. Как сказался один лол. Все было против нас. Все было против нас. ГГВП. Вот такая вот подсосовочка. Я не думаю то, что сейчас я еще одну осилю. Хотя. Кстати, у нас есть это. Сотка монет. Купим какую-нибудь хрень. Классики, кстати, очень мало эпических. Давайте гоблинск. Нет, гоблинск. Давайте вот это. Большой турнир. И откроем его. Посмотрим, вдруг что-нибудь повезет. Бум-бум-бум, шаманим. Фиолетовый дымок. Может, хороший знак. Синяя. Отличный знак. Шикарный. Ничего интересного. Капец, 2 маны, даже ничего толкового не даст. Отлично. Кстати, я заметил, знаете что, ребят? То, что всегда, когда покупаешь за сотку, вот когда у тебя сотка на счету, никогда бустеры покупаешь за реал. А когда за сотку, то там шанс еще хуже. Интересное что-то достать. Мне кажется, так оно и есть. Близзарды жадные. Они не дадут возможности хороших карт достать. А обычных. Забудь за то, что ты за задание голд получишь и купишь за этот голд. Мне кажется, так оно и есть, ребят.
И еще, кстати, в... Не смотрите, тут у меня херня полная, но все равно в Хардстоуне подбор по рейтингу очень кривой. То есть вот у меня на чернокнижниках очень хорошая сборка, я вам сейчас ее покажу. Ну, по крайней мере, я считаю, что она хорошая. Но у меня тут все нубасовское, но на Локи у меня хорошая сборка. Я ее собирал неплохо. Вот Ликтлена за одну, два провокации или прогном, огненный бес, демоническая сила, два огня забафаться, да, бросить в лицо 3 единицы или почти какой-нибудь чар. Ну, в принципе, очень хорошая, очень такая ровненькая сборочка. Это очень прикольно, кстати. Да, такая, знаете, я ее очень достиг 18 левела, между прочим, в... Ну как, ну в этой херне, короче, где рейтинг бить, да? Вот. Неплохая, да, такая сборочка, и Малганец в заключении ее. Я достиг ей очень неплохих, ну такая средняя сборочка, никаких топовых карт тут нет. Тут Малганец, ну все, он самый топовый. Хотя что можно, можно какие топовые создать, посмотрите на Лока. Взгляните тут. Пламя тьмы, какая-то херня, сердце демона, какой-то дракон. Вилфред не попамс, да, тот же самый. Стоит 0 маны, реально 0 маны, это имба. Лорд Джаракус, да, Малганец мы его взяли. Во сколько еще тех можно набрать крутых понтовок? Даже ты не представляете. У меня ничего такого нету. Поганище того же самого. Доктор Бум, да. Барон Гидеон. Ну, сиросли. Я такой среднечковый, да? Пытаюсь играть в рейтинг, а мне попадаются там такие редкие, такие просто задоначенные. У них по 500, по 500 побед на этом, на герои золотые, да? А я 22 уровня. Ой, что-то у меня какой-то звук хреновый пошел. Может, электричество что-то не то. А у меня 22 уровня герой, да? На 23 пойдет. И мне попадаются там, не знаю... с золотыми героями, с, с купленными картами, с бустерами, такие вот типы. Это вообще нормально? Есть баланс ли здесь по подбору игроков? Мне кажется, нету. Полный отстой, короче, в этом плане. Поэтому, не знаю, не особо часто хочется играть в Hearthstone, но иногда хочется, потому что игра действительно стоит свеч. И не трогайте свечу, господа. С вами был Бэр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.